Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня я слеплю нового героя из сериала про скибиди туалеты. Огромное спасибо за лайк и комментарий, приятного просмотра! Слепим Астра Джимена скибиди туалета или просто Астра Джи туалета из 74 эпизода с канала Дафакбум. Для лепки фигурки в основном я буду использовать твердый скульптурный пластилин. Подставку я сделал из пластилина терракотового цвета. Теперь из пластилина серого цвета начинаю лепить ноги Джимена Астра Скибиди Туалета. Элементы устройства Джимен Астра Скибиди Туалета были показаны в 74 эпизоде. Пол Агент смотрит на висящий плакат с унитазом, который похож на унитаз Джи Туалета. На плане изображены реактивные двигатели и механические конечности, которые, вероятно, находятся в контейнерах. На столе персонаж находит изображение, предположительно, G-туалета. Но в этот раз он представлен как Астротуалет. Протагонист забирает эту картинку и говорит наблюдающим камераменам: «Не суйте нос не в свое дело», после чего использует телепортацию. После телепортации фиолетовый ТВ-мен показывает на базе ТВ-меном и дает ТВ-мену-ученому снимок с Астротуалетом со словами: «Взгляни». После увиденного ученый дает злое изображение на экран и говорит: «Выруби эту камеру». После этого трансляция с переносной камеры прекращается. У Джимена Астра Скибиди Туалета 4 конечности, на 2 из которых он передвигается, то есть они являются его ногами. Также для полетов у него есть реактивный двигатель, расположенный сзади. Как и у титанов, на его груди располагается реактор желтого цвета. А в качестве оружия он использует 2 огромные лазерные пушки, установленные на его плечах. В 74 эпизоде сериала «Скибиди туалеты» было показано огромное количество новых астротуалетов, продемонстрирована их мощь. Если ты хочешь, чтобы я слепил некоторые из них, то пиши в комментариях, какие именно. Также не забудь поставить большой палец вверх. И как только это видео наберет 10 тысяч лайков, я разыграю приз. А победителя я объявлю в нашем телеграм-канале, так что обязательно подпишись. Также напоминаю, что в чате нашего телеграм-канала вы можете делиться своими работами из пластилина с другими участниками. Лучшие фото работ я размещаю в конце каждого видео. Все активные ссылки вы сможете найти в первом закрепленном комментарии. Ноги Джимена Астра Скибиди Туалета готовы, теперь перехожу к лепке его туловища. Туловищем здесь также является унитаз. Для лепки использую белый скульптурный пластилин, а внутреннюю часть сделаю из фольги. При помощи специального инструмента перед установкой туловища на каркас делаю 2 отверстия. Теперь слеплю элементы брони или защиты Джимена Астра Скибиди Туалета. 2 мощных пластины защищают правую и левую сторону. На передней части унитаза также устанавливается толстая защитная пластина, прикрепленным на ней ядерным реактором.
Для крепления рук также сделаю каркас из алюминиевой проволоки диаметром 1,5 мм. Далее буду лепить реактивный двигатель, установленный на спине Astra G-Man SKVD туалета. Для лепки головы я также использую твердый скульптурный пластилин. Для того, чтобы получить телесный цвет, обычно к белому я добавляю небольшое количество коричневого и оранжевого.
Голова готова, устанавливаю ее на свое место. Теперь слеплю пушки, установленные на плечах. Итак, ребята, вот такой G-Man Astra CVD туалет у меня получился. Огромное тебе спасибо, что ты смотрел это видео до конца. Если понравилось, не забудь поставить лайк. Также будет круто, если ты поделишься этим видосиком со своими друзьями. Желаю тебе отличного настроения и творческих успехов. До скорой встречи в новых видео.